Так. Наверное, надо сказать привет зрителю. Вот в этом гнезде внезапно живут какие-то птички. Я сейчас грибы убирала березовые. Ну, в смысле, специальные грибы, которыми дымарь разбудят. И увидела тут, услышала, так думаю, мышка, маленький ежик, а это птичка какая-то. Видать, свалился. Я сначала думала, что у него крылышко раненое. Потому что он как-то так это... То ли он еще летать не умеет. И главное, сюда ведь никто не прилетал, никакие животные, птички в смысле. Фиг знает, что такое. Вот там эти птенцы. Ну, я уж не буду тем глупым мужиком или женщиной, который аиста пристрелил вместо утки. Я просто повтыкаю на них. О, это приближение, оказывается. У меня сейчас настроено. Так. Не знаю, на что у меня сейчас нажалось. Так, где гнездо-то? Так, нажалось у меня не совсем туда. Они, наверное, не покажутся. А тот ускакал вообще вон туды. Обалдеть вообще. Что за птички? Почему никто сюда не летит? Тут еще кошка соседская шарахалась, но она вообще как бы мою караулила. Не знаю, может, она их долбанула. Моя-то вряд ли бы заметила. Ладно. Тут на улей повтыкаем. Которые хреново окрашены, это не наши ули. Они ждут, когда в них залетят раи. Сегодня такой сильный ветер был. И одна пчела ко мне пристала, но потом все-таки решила не помирать смертью храбрых, улетела подальше. И я сейчас была на поле. Этот кипрей молодой смотрела, что есть вообще. А потом как-то так... Часа за полтора спустя солнышко сменилось какими-то такими облачками. Вроде дождь намечен на 9 вечера по погоде. Вчера вообще его не стояло на сегодня на вечер. Но небо заволокло тучками, облачками. А у меня грибы на солнце. Думаю, мало ли, я приду домой. И дождик долбанет. Грибы-то сохнуть должны. И я поскакала сразу домой. Полотенце сняла. Белье нижнее. Потом этот грибы убрала и вот обнаружила этих птенцов. И я ведь тут два дня подряд душ принимала, воду забирала, набирала. И никаких вот птичек не было. Даже признака не было. И с близким родственником мы тут шарахались целый день во вторник. Надо же. Надеюсь, они не брошенные. Хотя, как вариант, может, эта мамашка спустилась, они же типа как бы имитируют раненое крылышко, чтобы увести кошку подальше от гнезда, а потом возвращаются. Надеюсь, что это так и было, а не крупный птенец, который свалился. Круто вообще. Не знаю, что за птичка.